Добрый день, меня зовут Перетядько Оля, и это мой велосипед, основной вид транспорта, как у мэра Лондона и президента Южной Кореи. И в связи с этим я не понимаю, почему для нашего горсовета нет дела парковки. В этом году я впервые баллотируюсь в Долгинцевский райсовет от политической партии УКРОП, Украинское объединение патриотов. Я предприниматель, я имею большой опыт общения с социальными службами, социальными службами, и смогу помочь и проконсультировать вас в вопросах правовой защиты, социальной, пенсионного обеспечения. Я смогу представить ваши интересы в органах бесплатной правовой государственной помощи. Я очень согласна с выражением Маргарет Тэтчер. Не бывает государственных денег, есть деньги налогоплательщиков. А налогоплательщики – это мы с вами. И мы должны четко знать и контролировать бюджет района. В связи с этим я обещаю не выпускать камеру из рук, использовать ее на всех сессиях райсовета, уведомлять вас о всех решениях райсовета, советоваться, быть всегда на связи. Поэтому подписывайтесь на этот YouTube-канал, будет очень много интересного из жизни депутата. А также приходите на выборы и выбирайте достойных.